Доброй ночки, давно не показывал, как дела у архимандрита. Вот как раз дала всем воды и мелочь вышла на водопое. По стеночке полила, и они сюда к влаге подошли. Тут и взрослые со стенки пьют. В поилке вот тут тоже у них налито, жопой товарищ закрыл. Вон еще ребенок вышел водичку попить. То есть размножаемся потихоньку. Это яблоко валяется, морковка. Тут у них вообще какое-то совещание проходит. Я не знаю, не уточняла. Да, я в нем не участвую. Так что вот они мы растем. Вон козявочки. Кто не видит, покажу сейчас пальчиком. Вот одна ляля, вот вторая ляля. Там есть уже и постарше детки. Ага, на овсянку поперла после водопоя. А там еще водохлебы сидят. Водичку пьют. Он там вообще кроха вылезла. Вон она, вон к яблоку. Новорожденная. Вот оно, вот, вот. Меньше ногтя, короче, новорожденные. Так что плодимся, да, медленно, но верно. И просто некогда лишний раз показывать. Вот тут к родителям кто-то пришел, покатай меня, мама или папа называется. И вон еще детвора. Ну, потихоньку размножаемся. Да, взрослые сокращаются немножко по старости, по сроку годности, так сказать. Но и молодь потихоньку растет. Как-то так.